бывший подвиг Саул, уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил: так надо, но вам не понять. И обнял жену и добавил: так надо. Он вскочил на коня, проскакал полверсты и как вкопанный встал у речного Златона, и река приняла ордена и кресты, и накрыла она золотые погоды. Ветер сильно подул, вздыбил водяную гладь, зашумела листва, встрепенулась природа, и услышал казак: идешь воевать за народную власть, со своим же народом. Он встряхнул головой и молитву прочел, и коню до костей шкуры врезал засады. Конь шарахнулся так, как от ладана черт от Затона, где в ил оседали награды. И носила его по родной стороне, где леса и поля превратились в плацдармы, бывший под Есау преуспел в той войне и закончил ее на посту командармом. Природа мудра и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. Вспомнил и командарм о проклятии отца, и как Божий наказ у реки не послушал, когда щелкнул затвор, и 9 граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. А Затон все хранит в глубине ордена, и вросли в берега золотые погоны на года, на века, на все времена не порушена памятью тихого дома.